Сегодня военная прокуратура Казахстана представила видеозапись допроса Владислава Чалаха. Эй, шайтан, коробка! Скажите, а что вы изымаете? Все вопросы с начальником. Вот я лучше. Чего, лифт снимаете, что? Лифт снимаете, что? Ну, зачем? Мы снимаем и тех, кто участвует в обыске. Ну, солдатка здесь стреляла. Скажите, с какой целью проводился обыск? Марат Нурханович, что с Муратом Жанузаковым? Вы его с собой забираете? На каком основании? Ему предъявили какое-то объявление? Без комментариев. А что значит без комментариев? Без свидания. Что? Что? Этот обыск производился на основании во исполнение отдельное поручение следователя. У нас возбуждено уголовное дело по факту хищения с Бетабанк денежных средств отдельными лицами. Извините, а здесь что искать? Денежные средства? Нет, здесь это этими лицами были запланированы мероприятия по вручению премии «Свобода». И как это связано с денежными средствами, похищенными якобы из Бетабанка? И кем похищены? Якобы организатором являются те лица, которые там подозреваются, что в хищении денежных средств из Бетабанка. Нам эта информация проверяется. Результат сообщим дополнительный. Как это связано с премией «Свобода»? Ну, якобы организатором являются лица, которые подозреваются в хищении денежных средств из Бетабанка. А вы в курсе, что это старейшая политическая премия в Казахстане? Ну, не знаю, не в курсе. Это только у нас это в рамках возбужденного уголовного дела мы исполняем отдельное поручение следователя. Вы сказали, что изъято 7 статуэток. Это правда? Статуэток. Там изъято, наверное, временно. Сейчас следователь это в курсе. Сейчас это все сведения, да, которые нам известно, проверяются. О результатах сообщим дополнительно. Что с Муратом Жанузаковым? Он не арестован. Куда? Не арестован. Он задержан? Не задержан. Он припровожен для обыска, то есть для допроса? Я не в курсе, это вопрос следователя. Сразу он задержан? Хорошо, пожалуйста, полковник Сейдалиев Адил. Сейдалиев? Сейдалиев Адил. Сейдалиев Адил. Сотрудник финансовой полиции, да? Я сотрудник департамента финансовой полиции по городу Алматы. Это департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Mm-hmm. Здесь был мой друг Мурат Кундишбаев. Почему его пытались удерживать? А его никто не задерживал. Его никто не задерживал, здесь, да? Кто здесь был, это всех опрашивали, все. Все тогда, спасибо за внимание. 6 семей.